Всем добрый день. Я продолжаю снимать видео из серии «Там, где я живу». И сегодня сюжет я посвящаю по просьбе своего зрителя города Кемерово. То есть мы не будем заходить в какие-то специальные места, а снимать я буду там, где мы обычно гуляем. Сейчас я нахожусь на проспекте Ленина, который является одним из главных проспектов города. Его протяженность 7850 метров. С 1938 года по 13 апреля 1961 года он назывался улица Магистральной. Имя Юрия Гагарина проспект носил с 13 апреля 1961 года по 27 сентября 1967 года. Проспект проложен с запада на восток, пересекает три района города. Заводский, Центральный и Ленинский район. Начиная от железнодорожного вокзала на Кузнецком проспекте, пересекает реку Искитимка и заканчивается в районе Комсомольского проспекта. Проспект Ленина пересекается многими крупными улицами города, такими как улица Дзержинского, улица 50 лет Октября, улица Соборная, Пионерский бульвар, улица Тухачевского, улица Волгоградская, бульвар Строителей, Ленинградский и Комсомольский проспекты. Поэтому проспект Ленина является важной транспортной артерией города. Сейчас я нахожусь как раз вот на проспекте Ленина, и вы видите наш, ну, можно сказать, центральный кинотеатр, который называется «Юбилейный». Он сейчас на реконструкции. Это действительно настоящий кинотеатр, одноэтажный. И не, как обычно, располагает в торговом центре. Это действительно настоящий кинотеатр, киноцентр называется. Он в одном уровне, кинозалы также в одном уровне. И имеет, как вот в старые советские времена, выход сразу на улицу. С правой стороны торговый центр «Променад». Это первый променад. Всего у нас их в городе три. Здесь идет замена коммуникаций. То есть, как видите, движение очень интенсивное. Ну, это действительно центральная наша улица. И, кроме этого, проспект Ленина считается самым широким, до 10 полос. Ну, на этом вступительная часть, считаю, законченной. Приятного всем просмотра. Гарью пахнет, да?
но его давно строят. Да. Очень мешало. Дымка какая-то висит все-таки.
Давай зайди. Нет. Thank you.